ребята, это жесть просто какая-то. Я какой-то попрыгунчик, смотри. Всем привет, друзья, с вами Бигтанкс, и сегодня я записываю необыкновенное видео с тестового сервера. Короче, здесь происходит какая-то непонятная хрень, по-другому назвать это никак. Смотрите, что это вообще, какие-то чуваки, я просто зашел протестировать мины. Смотрите, что здесь с модулями, ребята. Так, Таня, со мной в конфе, поздоровайся. Всем привет. А теперь ставь мне где-то 50 мин в одну точку. 50 мин, смотрите, ребята. Ну вы поймете, почему тут 50 мин, смотрите, я даже аптеку не хаваю, видите, сколько у меня хп сейчас. Ну, процентов 10 у меня сняли. Поставила, да? Ну, отъезжай, там хватит уже, короче. Еще ставлю, погоди. Ну, короче, Таня ставит 50 мин. В одну точку. Смотрите, что сейчас со мной произойдет. Бах! И там, ну вы видели по красному пятну, там было где-то 40, 30 или 50 мин. Короче, модуль в этой игре, ну то есть на тестовом сервере в данный момент, 100% от мин. То есть как у гудмода он? Я не знаю, как вообще такое возможно. Я сейчас просто подрываюсь хоть на миллион мин. И мне ничего не будет, я просто очень-очень жестко подлетаю вверх, у меня все зависает и все. Смотрите, ребята, захожу я в гараж, паук, и видите, это 100% защита от мин 100, хотя я его даже не качал до конца, просто 100 сразу. Капец, просто жесть. И мы, в общем-то, тестируем здесь, тут еще какой-то чувак, типа Бигтанкс, блин, прикиньте, Бигтанкс еще, он оказывается какой-то читер, что ли. О, смотрите, что, какую-то непонятную фигню творит, поэтому давайте мы, наверное, сейчас переместимся на этот, ну, в отдельную закрытую карту, и уже мы с Таней проверим. Смотрите, он обосрал все стены. Фу. И, ребята, мы создали закрытую битву. Это у нас карта пустыня, паркурчик. И Таня у нас ставит, смотрите, сколько мин. Видите, внизу под танчиком. Клац, 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 клац. Уже примерно ты где-то минус 150-200 поставила, да? Соточка сейчас будет. Да. Ну, короче, Таня поставила уже соточку мин. И я попытаюсь подорваться. Ну, как вы знаете, что если... ну, Васпик выдерживает максимум, ну, М4 Васпик с модулем паук максимально вкачанным на основных серверах в танках онлайн. Ну, там, может, мин 8, там, 7, и то это я что-то загнул, да, там, где-то 6, наверное, выдержит, или 5 даже, вот. Ну да, где-то так. А тут просто сейчас будет полная дичь, вот. Я не знаю, почему так это сделали разработчики, либо это косяк, либо это специально. Ну, то есть, вы понимаете, что это модуль Гудмод и он? Конечно же, не от всех пушек и от там, ну, от всего остального, но только от мин. Вы слышите, да, это Таня? Что ты делаешь? Я минки ставлю. Ну, это было очень громко. Ну, ладно, короче. Вот, пока там Таня очень громко ставит минки, я давай... Короче, отъезжай, давай я подрываюсь. Давай. Я подрываюсь, еще три. Я с разгона. Не, сначала я подъеду, посмотрю. Мне должно залагать здесь. Смотрите на мой FPS. Сейчас у меня 60. Подъезжаю к минам. Опа, 23. А что это говорит о том, что тут дохера мин? Что-то как-то вообще, ну, как-то... О, короче, непонятно, FPS того скачет. Сейчас у меня броня пропадет, ребята. Смотрите, сейчас буду без брони взрываться. Вжух! Охренеть! What the fuck? Вот это красиво! Ты Охренеть, ты видела красное пятно? Офигеть, ты видела его? Ты, а теперь смотри, смотрите, Таня, стреляй меня. Дыра. Стреляй меня, один раз, Таня, стреляй меня. Смотрите, ребят. То есть, меня с одной плюхи убивает молот. О, дырка пропала. Ну, чуть-чуть, сужилась. Короче, 100 с чем-то мин или 200, меня просто не смогли убить Васпика. Это вообще просто полный пипец. Ссылочку на тестовый сервер я, естественно, оставлю вам в описании. В принципе, коды вроде сейчас не работают, вроде, да? Если я не ошибаюсь. Так, нажимаем. Ой, что я делаю, блин. Так, ADD. Допустим, опыт, да? ADD скоры. И пишем, ну, там, 10 тысяч. Оп, ошибка, да. Ну, не работает, но зато есть вот такая вот хрень. То есть, вы когда заходите, вам автоматически дают маршала и что-то там 10 миллионов или 11 миллионов кристаллов. Премиум аккаунт. Стой, Таня, не бей. Ну да, премиум. Так, смотри, теперь сейчас я ставлю минки, и вы, наверное, сейчас в ускоренном режиме все посмотрите, как я поставлю дохренище мин, хочу поставить это тысячу, хотя бы. Тысячу хотя бы поставь, ты палец в мозоль строишь, если ты будешь ставить несколько тысяч. И, ребята, в общем-то, мы поставили минки, поставили мы здесь уже вообще дохренище, я боюсь подъехать к Тане, но... Ой! Вы видели? 11 FPS. Охренеть, попробуй. Только, Тань, подъедь, объедь сначала. Да, объедь. Далеко, потому что может быть вот такая вещь. Бррр, все позависло, и ты взорвала мины. Вот. Не, ну не так далеко.
А мне больше никак не объехать, погоди. Так можно было. Ну короче, ладно. Близко только не подъезжай, ближе ко мне, давай, 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 давай. Во, как тебе FPS, смотри. Все, писец, вообще. 6. Ой, у меня то же самое. Ай, 8, 6. Короче, 3. Я боюсь, чтобы... Так, главное, чтобы крит ошибка не вылезла, потому что если взрываешь большое количество мин, то вылазит крит ошибка. Я как-то делал эксперимент. Ссылочку на этот эксперимент оставлю в описании, кому интересно, что будет, если взрывать там что-то. 10 тысяч мин мы вроде ставили. Ой, ну вы видите, короче, что творится на экране. Так, Таня, ты чуть вперед подъезжай, прямо ближе к минам. Раз. Два. Два. Три. What the fuck? Вы видели это, ребята? Что это сейчас было вообще, я не понимаю. Короче... Два черных пятна, блядь. Две черные дырки, и мы валяемся. Ну, мы были без брони и без ничего, да. Привет-привет. Ой, what the fuck? Ты знаешь, что у меня с картой сейчас? И, ребята, короче, тут Таня мне сделала дорожку такую из минок, очень интересненькую. И я сейчас буду ее подрывать. Я буду, без, естественно, без брони, но на мамонте. И сейчас посмотрим, смогу ли я пройти эту всю дорожку и не заюзать ни одной аптечки. Ну, конечно, смогу, блин, это же модуль. Пиу! What the fuck, сколько я сальто сделал? Таня, смотри на... Охренеть! Смотри! Ой, привет. А ну, урони меня на минки. Отойди просто. Ну, отойди, отъедь. Бах! 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 Охренеть, это просто достойно лайка, ребята. Это жесть просто какая-то. Я какой-то попрыгунчик, смотри. Что с моим мамонтом творится? Всё. Ребята, это был мамонт. Короче, ребят, если вам этот видос понравился, то ставьте лайки. Опять же, ссылочки на тестовый сервер, на коды, вдруг они будут работать, когда вы зайдете и посмотрите этот видосик. Вот. Так что играйте, не читерите, будьте честными игроками. Вот. Поэтому все, всем удачи, всем пока. Всем пока-пока.